мудрецу и говорит: мне, конечно, нравится семейная жизнь, но ну нахер ее, я уже не могу. Постоянно какая-то херня, то все. Я вот просто хочу кайфовать, чтобы была хорошая, классная семейная жизнь. Чтобы просто было счастье. Мудрец на него посмотрел, такой взрослый, умный дед, и говорит: ты черешню-то любишь? Он говорит: в смысле? Я говорю: черешню любишь? Он говорит: ну, люблю. А ты, говорит, когда черешню жрешь, кости выплевываешь? Выплевываю. Вот семейная жизнь такая. Мякоть жри, а кости выплевываю. Я всегда вспоминаю про черешню. Да, я, конечно, хочу, чтобы черешня была без костей. Но так не бывает. Это не тот мир. В этом мире всегда в черешне есть кости. Всегда у алкоголя есть опохмел. Всегда у всех действий есть последствия. Так мир устроен. Многие философы к этому пришли. По секрету скажу, он для этого даже и сделал, чтобы были двойственные страдания. Ну, это отдельная история.